Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор покупок из каталога номер 5 компании Oriflame. Заказ всего у нас на 152 балла, сумма заказа составила 6989 рублей, а к оплате всего лишь 2496. Мы сэкономили более 4000 рублей. Представляете, как это здорово? Нет, помощники хулиганят. Итак, разбираем нашу вкусную коробочку. Первое, я бы сказала, что это даже не покупка, а скорее подарок, потому что этот продукт нам обошелся всего лишь за 199 рублей. Вот такая чудесная сумочка-клатч. Обратите внимание, какой элегантный золотистый замочек. А внутри у нее прячется вот такая красивая ручка-цепочка. Так, немножечко ее разберу. Тут можно носить и как клатч, и как сумочку, просто повесив ее на плечо. Что внутри? Внутри два отдела. Один большой, просто открытый, а один на замочке. Посмотрите, как это здорово, что можно сюда спрятать те вещи, которые или очень ценные, или не так часто мы ими пользуемся. Ну, в дамской сумочке много бывает невероятных совершенно вещей. Расхулиганились зверюшки. Итак, вот такая сумочка. Приятно было, конечно, ее получить. Буду носить летом и радоваться. Далее у нас в заказе 3 крема. Может быть, даже больше, но помню, три вижу сразу. Из серии Optimals. Я рекомендую сейчас обратить особое внимание на эту акцию, потому что на эти серии просто небывалые скидки. У меня заказали крем для нормальной и склонной к сухости кожи, антивозрастной крем и крем против пигментации. Кстати, сейчас это очень актуально. И осветлить немножечко кожу, если есть что осветлять, и защитить ее от появления новой пигментации, потому что весна все-таки пришла наконец-то, уже светит яркое солнце, и нужно подумать о том, чтобы кожа была защищена. И, кстати, в продолжение этой темы сразу покажу наши покупочки. Я уже готовлюсь к летнему сезону. Выписала мой любимый лосьон с SPF 15 для тела и для лица отдельный с SPF 25. Потому что я точно уверена, что без защиты кожа очень сильно страдает. Потому что первый фактор старения кожи – это все-таки солнце. Поэтому нужно защищаться и думать о своей красоте. Потому что если мы о ней не подумаем, кто за нас это сделает? Итак, далее. Тональная основа флюид из серии Giordani Gold. Тоже обратите внимание, какая сейчас идет огромная скидка на эту тональную основу, и она чудесная. Сейчас у меня на коже оттенок слоновая кость, а это я выписала для дочери фарфоровый. Ну, что могу сказать? Я в восторге. Она настолько тоненько ложится на коже и дает сразу эффект такой, как будто я пудрой покрыла лицо, легенький. Такая матовость приятная и гладкость. Просто невероятно классный крем. У нас вышла новая серия «Дыня кокос». Я выписала ее всю. И сейчас идет выгодное предложение. Если берешь сразу два продукта, то на них большая скидка. Я взяла два мыла. Пахнет даже через упаковку. Гель для душа. Сейчас будем его тестировать. Вау, как уже хочу в душ. Просто такой красивый. Там густой, концентрированный. И мне очень нравится форма бутылочки. Такая удобная и стильная. И, конечно, я взяла лосьон для тела, потому что летом я люблю очень вкусные, фруктовые, сладенькие такие ароматы. Так что будем баловать себя. Куда нам это разместить, чтобы было красиво? Также по акции взяла два мыла цветочных. Мне настолько понравились и упаковка, и само мыло. Я взяла на подарки, потому что это очень приятный такой презент, когда человеку даешь, все такие: «Вау! Что это такое?» Ну, видно, что это дорогое, шикарное мыло. Мне оно очень нравится. Несколько зубных паст. Это под заказ. Две пасты, конечно же, здесь еще должна быть щеточка. Это тоже для клиентов. У меня запас пасты всегда есть. Мы об этом думаем заранее.
тоже под заказ два флакона шампуня для тонких волос, который придает объем. Себе я взяла шампунь для поврежденных волос еще в прошлом каталоге. Уже его протестировали 3 недели с дочкой. Нам очень нравится. Он настолько густой, такой концентрированный, дает такую густую объемную пену. Я вам хочу напомнить, что когда вы пользуетесь шампунем, не надо его просто налить на руку и сразу распределять по волосам. Возьмите его сначала, взбейте в ладошках, чтобы появилась такая пенка, и уже аккуратненько разместите по всей голове и помассируйте, и просто смойте. Шампунь просто великолепно справляется с любыми загрязнениями. Далее еще 2 мыла. Это под заказ. Клиентка полюбила эти мыла. Со скидкой 50% я себе выписала крем Novage. Мне очень нравятся все серии Novage, я их периодически чередую, то одну беру, то другую. И вот сейчас мне нужно было восполнить как раз Novage коллекцию именно кремом для глаз. Я использовала свою скидку, получилось очень-очень выгодно. Так. Крем для глаз, это тоже под заказ из серии Optimals, я его просто обожаю. Там такая маленькая, не буду распечатывать, это для клиентов, маленькая прекрасная баночка, такая чудесная. И крем для меня, он как волшебник, потому что он справляется с темными кругами под глазами, убирает припухлость, работает с мелкими мимическими морщинками, очень прекрасно увлажняет кожу. И вот когда его нанесешь, такое ощущение, что глаза просто как будто открываются, такая легкость. И его очень надолго хватает, здесь тоже 15 мл. Просто шикарный крем. Сейчас вам расскажу про мою одну из любимых тушей. Но все-таки первое место у меня занимает тушь 5 в 1. А тушь термостойкая занимает у меня 2 место. Тут и под заказ, и для себя, и для дочки. Потому что скоро начнется пляжный сезон. И хочется на пляже тоже выглядеть красоткой. Поэтому эта тушь как палочка-выручалочка. В чем ее прелесть? Она не смывается водой. Ее можно смыть только очень теплой водой. И мне очень понравилось то, что она не размазывается, когда ее смываешь, а она снимается такими маленькими кусочками. И вся кожа чистая. Ну, я с ней ныряла уже в море в прошлом году. Все идеально осталось на месте. Даже вот не слиплись реснички, то есть настолько классная тушь. Рекомендую, сейчас идет скидка на нее просто огромная. Мы ее положим. Под заказ 3 помады. Тоже сейчас идет акция на серию The One. На самом деле очень чудесные помады. Прекрасно лежат на губах. Классный пигмент. То есть такой насыщенный. И буквально один раз проводишь по губам, и сразу уже видно цвет. И она такая легкая, легкая, легкая. То есть я никогда не чувствую, накрашены у меня губы или нет, когда я с этой помадой. И при этом дает прекрасное увлажнение. То, что нам как раз и нужно. Поэтому рекомендую. Обратите внимание, и такая широкая цветовая палитра, что можно выбрать на любой вкус. Маленькая, чудесная, ароматная баночка с дыней. Ну, то есть там не дыня, а аромат дыни. А, это для дочки. Подарочек сюрприз, она еще не знает. Будет такой бальзам для губ, который тоже увлажняет, смягчает губы, дает легкий-легкий оттенок и аромат. Самое чудесное – это, конечно, аромат. Так, положу ее. Это я для себя выписала 2 карандаша, тоже из серии The One. Я взяла 2 новых для меня оттенка, раньше их не пробовала. Один такой нюдовый, светлый, очень красивый цвет, а второй я взяла корицу. То есть для более уже яркого цвета, в теплых тонах. То есть мне как раз не хватало в коллекции таких карандашей, и я очень рада, что они в этом каталоге с большой скидкой. Потому что всегда приятно экономить свои деньги. Так, я себя побаловала, как вы уже знаете, я очень люблю бижутерию. В этот раз я себе взяла... Угадайте, что? Вы никогда не угадаете, потому что сейчас в каталоге настолько много аксессуаров,
и бижутерии в том числе. Такие красивые коллекции. И это целая горсть красивых сережек. Какие они классные. Пара, одна розовые цвета, камень большой, два других, желтый и зеленый. То есть прекрасное сочетание. У меня как раз в одном ухе три дырочки. Я буду вставлять три сережечки сюда и одну сюда. Их можно менять, чередовать под свои наряды. Почему я их выписала? Я их увидела в деле. Сначала я на них не обратила внимания, а потом я увидела на одной из коллег и была просто в восторге, как они красиво смотрятся, такие нежные, такие изысканные и выглядят очень дорого. Поэтому я их решила себе тоже заказать. Вот такая вот я хулиганка. Буду балдеть. И завершает наш обзор шикарная помада. Это тоже для нас. Вы увидите ее сейчас на моих губах. Это новая помада. Сейчас вам скажу подробно, в чем ее прелесть. Потому что это новинка. Первый раз ее пробую. Жидкая губная помада Эликсир с солнцезащитным эффектом SPF 15. У нее действительно очень насыщенный пигмент. И что мне понравилось, ее когда наносишь, она сначала такая гладкая, и буквально несколько секунд она высыхает и становится матовая и невероятно легкая. То есть ее вообще как будто бы нет на губах, я ее не чувствую, не ощущаю, у меня нет никакого абсолютно дискомфорта. И что интересно, она очень стойкая, то есть ее вот так вот просто не сотрешь, она очень долго, качественно держится на губах, потому что я с ней хожу уже с утра. Уже ее продегустировала. Невероятная классная помада. Я даже думаю, что выпишу еще один цвет из красных оттенков. Потому что я все-таки очень люблю красные оттенки. Хотя и те, и другие, и этот такой темный сливый оттенок, он тоже обязывает и макияж соответствующий, и наряд. Но любовь есть любовь. Тут ничего не поделаешь. И у нас еще... Много каталогов, потому что каталоги нужно показывать людям, чтобы они знали о нашей продукции, могли выбрать ее для себя, заказать в любое время. Поэтому я всегда раздаю каталоги с огромным удовольствием. Вот такой у нас заказ. Правда вкусный? Невероятно, столько новинок. И такие они все невероятные, вот какие-то уже летние, весенние. Просто уже душа поет. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы или пожелания, пишите в комментариях. Я всегда с удовольствием с вами общаюсь. И до новых встреч. Скоро будет еще обзор, потому что это, конечно, не последний заказ. Это только первый заказ в пятом каталоге. До встречи. Пока-пока.